В Магадане продолжается городской конкурс «Северное соцветие-2020» «Смотр клумб, газонов и цветников». Проводит его в пятый раз. Турецкая гвоздика, хризантема и даже картошка. Галина Байкова занимается благоустройством своего двора по улице Портовой 7 лет. Выращивает как и многолетники, так и те цветы, которые живут лишь один сезон. Женщина рассказывает, что раньше вместо сада была парковка, а позже, когда ее разобрали, решила сделать цветник. Решили подышать свежим воздухом, чтобы было нам хорошо, чтобы форточку можно было открыть и любоваться цветами. Все любят, с детьми гуляют здесь, где-то смотрят, маки нюхают наши. Вот, правда, маков много сейчас было. По словам Галины Ивановны, соседи отмечают, что во двор приятно зайти и любоваться красивыми цветами. Тем не менее, труд это тяжелый. Растения постоянно нужно поливать и ухаживать за ними. Однако женщине эта работа в радость. В этом году на конкурс «Северное соцветие» 25 магаданцев подали заявки. В начале августа комиссия начнет осмотр облагороженной территории. Основные критерии оценки работ – качество посадки, сочетание цветовой гаммы, а также разнообразие растений и оригинальность. Всего будет 9 номинаций.